пачек, что я несу. В общем, я начесала брюхо Филимону и каштану коню, подбила копыта, но вы знаете, что по-любому домик должен быть мой, помытый. Я все кастрюли перемыла, но на плите всегда остается одна сковородка. И если бы это просто было, то я наняла домработницу, тетку. Чисто, чисто, чистота, мистер Пропер, ерунда. Чисто в доме, вот это да, это вам не ерунда. Вот так вот. Я сварила 20 литров каши, но вдруг сама все съела. Я сварила кукурузу даже, но она облетела. Она была такой вкусненькой, не иначе. А теперь меня родители везут на дачу. Чисто в доме едет жена. Хорошо.